Тайгинская дистанция электроснабжения расположена на одном из важнейших участков Транссибирской магистрали – Западно-Сибирской железной дороги. Организована в соответствии с приказом начальника Томской железной дороги за номером 309/4 от 10 июня 1958 года. Эта дата и считается днем его рождения. В состав энергоучастка тогда вошли Тайгинские и Топкинские сетевые районы и Томский сетевой участок. Все, до Томска и полностью до Асино, это все были границы одного Тайгинского участка энергоснабжения до конца 69-го года. Это один из старейших участков энергоснабжения, и особенность его еще заключается в том, что он именно расположен на главном Транссибирском ходу. Это главный Транссибирский форт. На 1 января 1959 года штат энергоучастка составлял 197 человек, в том числе электромонтеров контактной сети 72 человека, электромонтеров РРЦ 7 человек и два электромонтера тяговых подстанций. Из технических аварийно-восстановительных средств на четырех дистанциях контактной сети имелись лишь дрезины ДМ, из транспортных средств на дистанциях дрезины ТД. Нас утром на машине увезут, высадили на перегоне, и вечером, в конце рабочего дня, пришла машина, нас забрала. А в то время механизация какая была? Вот я пришел на Тайгинский нурочасток. Вот здесь была какая? Была лошадь, Карька. Зундан Иван Антонович был возчиком. И машина ГАЗ-60-164. 21-13. Шофером был Гиричев Николай Ильич в то время. Вот и вся была механизация. И дрезина, ДМ. Все делали. Ни одного поста секционирования не было. Я их все смонтировал своими руками. Так, уйдешь, уедешь, а чтоб не кататься. Я говорю, ребята, поедем так. Пока не смонтируем, оттуда не возвращаемся. Большой и нелегкий путь прошел Тайгинский участок энергоснабжения за 50 лет. Вот некоторые вехи тех событий. 31 октября 1958 года были включены в работу тяговые подстанции «Тайга», «Тутальская», а затем во второй половине декабря третья тяговая подстанция «Таскаева». Когда шла электрификация, построили тяговую подстанцию. И она запитана двумя линиями 110 кВт. Других источников питания в тайге нет. И действительно, это единственное питание, которое у нас для всего города. Если, в общем-то, если там неполадки вдруг на подстанции, то, в общем-то, у нас проблема сразу со светом, проблема с водой. На участке «Болотная тайга» прошел первый электровоз с грузовым поездом. Одновременно ведутся работы по устранению монтажных недоделок. Продолжается комплектование штата. 30 сентября 1959 года в контактную сеть было подано напряжение от Тайги до Мариинска. Высаживали нас и работали мы с лейтером. А в то время движение поездов было приличное. Собственно, только ставили, и, ну, если разрыв где между поездами 5-6 минут, это хорошо, еще поработаешь. Тут надо иметь здоровье и силу. Вот. А обед все время с собой тоже. За 15 минут делали ставку. В условиях движения поездов под напряжением. Электрификатор-железнодорожник работает всегда в экстремальных условиях. Всегда. Это движение поездов, это метеоусловия. Это не погода, мороз и так далее. Это высота, значит, это механические нагрузки. То есть это те люди, которые вот после, они практически
вышли с электрификации, то есть они как бы своими руками практически строили, или вернее делали эту электрификацию, и затем перешли на эксплуатацию. То есть это те, кто заложил, кто продолжил, и затем вот как бы достойно, я считаю, передал это дело. Во второй половине 1959 года на Тайгинском узле была создана профсоюзная организация «Энергоучастка». Также были организованы и проведены первые спортивные соревнования среди работников «Энергоучастка». В течение 1961 года закончен перевод преобразовательных агрегатов на последовательную схему. Тяговые подстанции переведены на дежурство в одно лицо. На тяговой подстанции Таскаева, а затем и на тяговых подстанциях Тутальская, Тальменко, Хопкина, Пихтач, Берекульская дежурство организовано на дому. 15 марта 1961 года первым освобожденным председателем местного комитета был избран Ярулин Фарид Иванович. Я был близко знаком с первым ИЧЕ, который был в тайге. Это был Реймер Давид Михайлович. Мы, встречаясь много, говорили о тайгинцах, их работе, о людях и так далее. Много они сделали хорошего. Руководитель у нас был в энергоучастке, когда я был, Реймер Давид Михайлович. Это очень был ответственный человек, грамотный очень, его уважали очень. И Давид Михайлович очень много сделал для электрификации Тайгинского отделения дороги. Давид Михайлович был такой серьезный, считался таким серьезным мужчиной, и он, его как-то побаивались. Вот он идет и все видит. Значит, приучал нас хозяйствованию, преподавал нам вечером, вплоть до уборщицы садил и преподавал нам, значит, уроки у нас были, учись хозяйствовать. Вот если мы не будем все равнодушными, у нас будет полный порядок. Вот он нас приучал к этому. Мы потом действительно не были равнодушными. Хочешь мыслить, что человеку надо, любому монтёру, в какой должности любой человек был, если необходимо, он ему всегда поможет. В 1962 году коллективом «Энергоучастка» выполнен большой объем работ по усилению изоляции контактной сети. Замена фиксаторных изоляторов на стержневые в количестве более 5000 штук, врезаны вторые подвесные изоляторы. За самоотверженный труд и успехи в соцсоревновании впервые за время существования «Энергоучастка» 5 человек были награждены правительственными орденами и медалями. Среди них начальник тяговой подстанции «Тайга» Кузнецов Анатолий Иванович орденом «Знак почета». 1964 год для коллектива знаменателен тем, что ему одному из первых на Западно-Сибирской железной дороге присвоено звание «Предприятие коммунистического труда». В 1965 году начался новый этап по усилению устройств контактной сети. По главным путям станции была произведена подкатка второго контактного провода. В августе 1967 года на тяговой подстанции «Тайга» был смонтирован и включен в работу первый на Западно-Сибирской железной дороге выпрямитель с масляным охлаждением на полупроводниках. И хотя он был далек до совершенства, по сравнению с современными выпрямителями, это было чудо выпрямительной техники. В 69-м начало, в 70-м году на тяговой подстанции «Тайга» стали ставить первый кремниевый выпрямитель с масляным охлаждением. Назывался он КВМ-1, и номер его был 0001. Значит, вот тогда был очень напряженный период работы коллектива, ремонта резервного цеха, работников тяговых подстанций, поскольку замена ртутных выпрямителей на кремниевые выпрямители производилась эксплуатационным персоналом. Ну и надо сказать, что люди были настроены патриотично, очень патриотично, работали сутками. В 1968 году началась электрификация участка «Тайга-Томск». Коллектив Тайгинского энергоучастка практически с первых дней подключился к этой работе.
30 декабря 1969 года завершена работа по приемке в постоянную эксплуатацию электрифицированного участка Тайга-Томск протяженностью 94 километра и 4 тяговых подстанциях Сураново, Межениновка, Предтеченск, Томск-2. Первый электропоезд с пассажирами на Томск-1 последовал 30 декабря 1969 года. Из начальников тяговых подстанций здесь был Припачкин, был здесь Громышев Виктор Иванович, здесь на втором Томске был Власов Виктор. И в то время при электрификации участка Тайга-Томск работало 2-3 подстанции вместо 4-5, то есть Тайга, Межениновка и Томск-2. Или даже Тайга, Межениновка. А 71-й и Сураново, они были еще в части монтажа доводки. Надо вспомнить вклад Шамрая, воспитанника участка Белого Новокузнецка, в дальнейшем начальника дистанции контактной сети Новосибирск, главный, в дальнейшем заместитель начальника и потом начальник Тагинского участка энергоснабжения. Я приехал в Тагинскую дистанцию электроснабжения. Начальником был Шамрай Василий Федорович, умудренный опытом человек. Вот по беседе со многими работниками, это человек, который, невзирая ни на какие погодные условия, делал обходы контактной сети, выявлял там всякие нарушения. И очень хорошим был руководителем. Ну, умница. И на работе умница, и в семье семьянин отменный, хороших сыновей вырастил, и как человек. Ну, сейчас таких мало людей. Этот человек был очень, что можно было взять в пример его, очень общительный. В каком плане? В плане производства. То есть он мог зародить идею, положить зернышко и дать ему развиться, то есть, как бы, со своей помощью, оберегая его со всех сторон. И, то есть, и умение определять людей вот тоже в беседе, в разговоре. Он не ошибался, он и в людях. Огромное спасибо я хочу сказать и помянуть хорошим словом Василия Федоровича Шамрая. Он, это был мой первый начальник, когда я пришла в энергоучасток. И очень веселый, очень задорный человек, очень с юмором был и очень требовательный. Он принимал интересно на работу. То есть он смотрел, чтобы человек был спортсменом, чтобы он был с юмором мог ответить на любой вопрос. У меня, например, первый вопрос был: «Вы умеете танцевать вальс?» Я говорю: «Да, умею». Тогда, говорит, «я вас беру». Приказом заместителя министра путей сообщения СССР от 26 августа 1969 года и приказом начальника Западносибирской железной дороги Николая Порфирьевича Никольского за номером 130 от 20 октября 1969 года был организован Томский участок энергоснабжения. Все, до Томска и полностью до Асино, это все были границы одного Тагинского участка энергоснабжения до конца 69-го года. И только в ноябре 1969 года было принято правительством постановление об организации, о выделении Томского участка энергоснабжения. Это было вызвано тем, что шла электрификация Тайга-Томск. Я пришел, всего полгода было дороги, всего полгода. Она же запустилась в 69-м году, в декабре месяце, а я пришел в мае 70-го, то есть полгода прошло всего. Еще мы монтировали подстанцию Сураново, Межениновки делали недоделки. Они электричку пустили, всего две подстанции работало. 71-й и, кажется, 2-й Томск. Или Межениновка там что-то было, я точно не помню. Всего две подстанции тягу обеспечивало. Подстанции не были еще в работу запущены. Единственная тяговая подстанция была включена постом секционирования на тяговой подстанции Томск-2. И подали напряжение в сеть. От Тайги до Томска второго. И электропоезд первый утром шел. Мы всю ночь работали, а утром электропоезд уже шел. Там ехал начальник отделения дороги Кузнецов. Ну и мы там ехали тоже. В декабре, как вот все говорят,
Пустили, но пустили как? Включили станцию Томск-2 и включили фидер с тайги. И вот это тут 80 километров на этом ехали. Спищенкова была не готова еще, потому что там 110 киловольт не было подведено, там это крутились и так далее. Там 71 километр он еще был не готов. Ну и вот такая ситуация. Начал свою трудовую деятельность в Тагинской дистанции электроснабжения. Но через очень короткий промежуток времени перевели меня Томский участок энергоснабжения. Как раз в этот период закончилась электрификация участка Тайга-Томск в 1969 году. И поэтому, так сказать, основная моя трудовая деятельность как молодого специалиста началась в Томской дистанции электроснабжения. А когда электрификацию выполнили, тогда пришлось создавать Томский участок электроснабжения, первым руководителем которого был Жолнов Вениамин Петрович. Декало был, это уже второй начальник участка энергоснабжения. Заместителем был Мартыненко Владимир Афанасьевич. Он, собственно, и курировал этот цех сетевого района. Вначале первым начальником энергоучастка был Жолнов Вениамин Петрович. После него был Эдуард Александрович Декало, несколько лет работал он. Потом он ушел, пришел Васенев Валентин Николаевич с татарского энергоучастка, пришел он к нам тоже. Когда он уходил на пенсию, пришел южанин. Вот в 84-м году я был назначен начальником Томской дистанции электроснабжения. Коллектив... Ну, этот участок, надо сказать, это спокойный участок, вдали от главного хода, свой уровень понимания, своя психология отношений. То есть люди, я вот вообще-то мечей сравниваю это чем-то вот, как-то на курсах побыл в Ленинграде, это вот чем-то... с питерцами по складу характера. Это грамотные, умные, вежливые, культурные люди. Среди них мне бы хотелось отметить Мартыненко Владимира Афанасьевича. Он был заместителем у меня. Значит, толковый контактник. Хотел бы отметить Валентина Николаевича, моего предшественника Васенева. Грамотный инженер, человек, который с душой относился к своим обязанностям и вообще к хозяйству электроснабжения. Вот 15 лет мне пришлось поработать на Томской дистанции, и вот этот промежуток времени у меня остался наиболее памятен в жизни. В общем-то, надо отметить, южанин Юрий Андреевич брал на себя рисковые такие вопросы, решал быстро, хватался за все оборудование новые. Вот. Масляные выключатели были заменены на электровакуумные. А потом длительное время работал Васенев Валентин Николаевич. После Валентина Николаевича я работал, после меня работал Рогулев Александр Петрович, после Рогулева Дербилов Евгений Михайлович. 6 лет я проработал на Кузбасском отделении в должности главного инженера Томской дистанции электроснабжения. И с 2001 года по 2006 работал начальником Томской дистанции электроснабжения. Ну и объединили Томскую дистанцию с Тайгинской дистанцией. Сейчас единая дистанция, как изначально она и была в период электрификации. За 10 лет в Тайгинском энергоучастке сформировался, окреп, накопил богатый опыт работы коллектив ремонтно-ревизионного цеха. Работники своими силами, хозяйственным способом сделали двухэтажную пристройку к существующему зданию РРЦ. Работа велась в сложных условиях, практически все делалось вручную. Но благодаря настойчивости и энтузиазму строителей в конце 1970 года коллектив справил новоселье в новом здании пристройки.
1972 году на тяговых подстанциях заменены на кремниевые последние 8 ртутных выпрямителей. Контактная сеть содержится с отличной бальной оценкой. Коллектив был порядка 40 человек и ютился в небольшом здании бывшей трансформаторной подстанции. Работу выполняли силами работников цеха. Первая бригада была, возглавлялась электромехаником Щербом Игорем. Значит, был февраль месяц, ну, тяжелые очень условия были. К марту месяцу удалось завершить рытье котлована под фундамент, а затем приступили к закладке фундамента. Ну, материалы добыли, значит, на Анжерском бетонном заводе, на Топкинском заводе. Одним словом, поскольку хозяйственный способ, централизованных поставок не было, и вот таким образом. И в марте месяце закончили закладку, и необходимо было вести кладку. Но своих специалистов-каменщиков не было, поэтому я обратился к Милеву Александру Викторовичу, это прораб, там в локомотивном депо строительный цех был, вот он возглавлял это. Значит, он дал согласие, выделил сюда, значит, каменщиков, а все подготовительные работы, ну, в части подготовки бетона, значит, подвозки материалов и так далее, осуществляли работники цеха. Сделана надстройка второго этажа, где разместили красный уголок, а механические мастерские перевели вниз в хорошее помещение. Таким образом, это дало возможность, ну, во-первых, улучшить условия труда работников, а во-вторых, значит, удалось проложить вторые пути для аварийно-восстановительных мотовозов. Приняли такое решение, это в 1969 году, построить двухэтажное здание. Оно сейчас есть, существует это здание. Мы сами разработали проект, планировку помещений с учетом всей этой специфики работы ремонтно-ревизионных бригад. И своими силами в течение года, в 70-м году мы к Новому году вошли в это помещение. Значит, помещение получилось хорошее, удобное, теплое. За этот период времени, ну, будем говорить, 70-го года, сделана надстройка красного уголка второго этажа. То есть был разработан проект Томским институтом. Затем подрядная организация выполнила работы, и после чего мы перевели механические мастерские, которые располагались в холодном гараже, перевели вот в бывший красный уголок, а красный уголок вот подняли наверх. Сейчас там располагается лаборатория электроизмерительная. С отпуска, приезжая на подстанцию, я всегда приезжала первая, еще никого не 7 часов утра, я уже на подстанции, я бегала, осматривала все оборудование, все, забегаю в щитовую, и вот с меня энергия эта прет, и говорю: ой, наконец-то я дома! Думаю: стоп, а что я говорю? Я дома! Я на своей подстанции, которую я люблю безумно. Здесь прямо быстро электромеханика присвоили. И так 32 года. И ушла оттуда. И одна запись механиком. Хорошая работа. Интересная работа. Много сил было вложено коллективом на производство монтажных работ и наладку оборудования на вновь построенной тяговой подстанции Литвинова, которая включилась в работу в июле 1974 года. Самый старейший работник Анна Павловна Ширяева. Также она на год позже меня приехала сюда, вот, и по сей день работает. Она начинала, вот подстанция эта пускалась, спуска, и я здесь работала с очень хорошим коллективом. Во-первых, я хочу сказать, был мастер и ушел отсюда мастером на пенсию, Кочкин Василий Александрович. Очень трудолюбивый и такой и рационализатор, и вообще был человек очень ответственный и хороший. А сейчас мы оперативно ремонтный персонал, то есть мы все ремонты сами делаем,
тут же и дежурство, и все остальное. Мы обслужим 3 подстанции, 2 поста, секционирования, 2 ППС-а. Лет 5 я поработал на ЧК, потом вот штенпресс Артур Иванович переманил меня на тяговые подстанции. И вот с тех пор работаю на подстанциях. Сначала одна подстанция была от Хопкина, потом начали объединять кусты. Аккуратность, неторопливость и качество. Вот, и требовательность у него была очень высокая. Он угонял нас, добросовестно гонял. Энергоучасток получил первую дизельную аварийно-восстановительную матрису, которая заменила дрезину ДМС. К 1978 году на тяговых подстанциях в основном закончена замена устаревшего оборудования, продолжаются работы по замене тяговых трансформаторов типа ТМР-5600. Ведется монтаж оборудования на новой тяговой подстанции «Антибесской». Коллективом дистанции выполнен большой объем работ по развитию сетей электроснабжения, реконструкции существующих сетей. На станциях Анжерская, Тайга, Яшкино, Юрга установлены мощные осветительные устройства ксеноновыми лампами, что позволило в значительной мере улучшить освещенность и условия труда работников станций. Были смонтированы и запущены 3 тяговые подстанции. Это тяговая подстанция «Антибес», тяговая подстанция «Литвинова» и тяговая подстанция «Юрга-2». Строительство этих подстанций было вызвано тем, что были достаточно большие нагрузки по тяге в то время. В 76-м году пришел и по настоящее время работаю на железной дороге. В должности электромеханик по призывательным агрегатам. Иногда вот приходилось работать по суткам, по двое, по трое суткам приходилось работать. И работали люди, никто никогда не выезжал и никто не уходил. К этому времени, несмотря на относительную молодость, энергоучасток представлял сформировавшийся коллектив со своими традициями. Самодеятельность была у нас богатая, спорт был богатый. В самодеятельности мамки, вот мы были, имели маленьких детей, тут же приходили, кормили их за кулисами и выходили, пели. Даже разговора нет. Тебя отпускают, это репетиция, значит репетиция, это святое, пропустить не имеешь права. Значит, у нас была поставлена так работа очень хорошо, это культурно-массовая работа. У нас была отличная художественная самодеятельность, мужская группа была, мы много выступали на сцене, у нас много очень грамот, сейчас находятся они в правкоме, значит, неоднократно занимали первые места по городу, выезжали на линию, выступали. Женская группа очень у нас хорошая была. Я сам аккомпанировал на баяне. На всех вечерах, юбилеях, везде, где бы ни бывали, Виктор Ильич обязательно, чтобы он был со своим баяном. И он очень хорошо поет и очень хорошо играет. И спортом постоянно занимались все у нас. Я в свое время фотографией занимался. Вообще старейший коллектив, очень сплоченный Тагинской дистанции энергоснабжения и энергоучастка. Был свой хор, то есть я по фотографиям, с детства я помню, что даже вот выступали они, там с командой очень сильной, то есть спортивная была. Соперники у нас всегда у нас были «Локомотивное депо», что по художественной самодеятельности, что на первенство города по футболу, по хоккею, это были друзья и враги. В кавычках это естественно. Мне сказали, вот еще бы ты подобрал бы четырех мужчин бы, и был бы уже в Кузбассе мужской хор такого коллектива, как Тагинский энергоучасток. Ну где их взять? Голоса были у мужчин отличные. Какой-то вот стимул был такой, что сегодня репетиции, газеты выпускали с юмором все, как-то это в стихотворной форме. Так хорошо было, мне очень нравилось. Я просто рада, что я горжусь, что я работала в этой организации. В июне 1979 года включена в работу тяговая подстанция «Антибесская». Монтажные и пусконаладочные работы на которой выполнил коллектив ремонтно-ревизионного цеха. С начала года развернулись работы по переводу устройств энергоснабжения на телеуправление. Большой проблемой было отсутствие специалистов. Новое оборудование системы телемеханики «Лисна» приходилось осваивать в процессе монтажа. Первопроходцами здесь были старший механик РРЦ Дорофеев Феликс Никифорович,
электромеханики Полянский Александр Павлович и Литвишко Николай Александрович. 25-летний юбилейный 1983 год был насыщен работами по внедрению новой техники, вводу новых объектов. Закончены работы по телеуправлению устройств энергоснабжения. Началась реконструкция по титулу удлинения 13 станций главного хода. Внедрялись новые эффективные формы организации труда в подразделениях энергоучастка. Инициатором внедрения бригадного подряда был коллектив ремонтно-ревизионного цеха, а к концу года эту форму организации труда приняли и остальные коллективы энергоучастка. На тяговой подстанции «Ижморская» смонтированы и включены в работу первые 12-пульсовые выпрямительные агрегаты. Работала еще с Крицким Виктором Ивановичем. Душевный, очень мягкий человек. Но как руководитель научил нас смотреть как бы будущее. И в то же время он очень хороший инженер. В 81 году, значит, я был назначен начальником дистанции электроснабжения. Шамрай Василий Федорович был ЭЧЕ, ушел на пенсию, на заслуженный отдых. Конечно, этот период был у нас в хозяйстве электрификации, конечно, сложный, потому что в этот период Тагинская дистанция электроснабжения обслуживала энергетику, начиная от Белого Яра до Тайги. Это потом на этой базе создали Томскую дистанцию электроснабжения. Энергетика от Юрги II до Ленинско-Кузнецкого и Кемеровский узел. Значит, после этого, после электрификации, здесь создали Кемеровскую дистанцию электроснабжения. Но в то время была энергетика. То есть полигон был большой, ну и приходилось, значит, этим хозяйством тоже заниматься. Когда я пришел работать, устраивался на работу, начальником был Ткаченко Геннадий Егорович. Тогда УАЗик был единственный, можно сказать, кто... Ну, он ездил на этом УАЗике, я его возил. Ткаченко был у нас начальником, и он как... Сам я думаю, почему мне запомнилось его качество такое. Он когда пришел, он говорит: давайте к нам, мы любим династию, чтобы у нас были... муж и жена, и что вот такой коллектив крепкий, вот у него это была такая черта, чтобы нас сплачивать. Хороший руководитель был, он, во-первых, справедливый был, никогда, например, вот сколько я с ним ездил, никогда не повысит голоса, не это самое, ну, требовал, конечно, по делу. В 1986 году сдано в эксплуатацию железнодорожное направление Барзас-Анжерская. Введена в строй новая тяговая подстанция «Челы», наладка оборудования на которой выполнена персоналом ремонтно-ревизионного цеха. Я-то счастливый человек. Пришлось от Томский энергоучасток открывать движение. И Анжерская, Барзас. Тоже я был замом в то время и открывал движение. Указанием МПС от 26 июня 1987 года о переименовании предприятий и структурных подразделений Тайгинский участок энергоснабжения переименован в дистанцию электроснабжения. Дистанции контактной сети в районы контактной сети. Ремонтно-ревизионный цех в ремонтно-ревизионный участок. Район электрических сетей в район электроснабжения. Дистанция электроснабжения перешла на новые условия оплаты труда. Из отделения штат энергодиспетчеров передан в штат дистанции. Они тогда числились, были в отделении, энергодиспетчера сидели. Вот. И я пришла туда работать, на Томский круг. Так вот на Томском круге проработала с 81 года. Я энергодиспетчером проработал очень долгое время, и мне посчастливилось работать на всех трех направлениях. На Кемеровском направлении, на Томском направлении электрификация была и на главном ходу. Диспетчером же вот не каждый сможет работать. А мне сразу понравилась работа диспетчера. Сидаш Виктор Ильич, он у нас был начальником отдела электрификации. Вот сколько я пришла, он был, и вот он только ушел на пенсию, конечно. Потом он, когда уже даже до пенсии был, он на Статомском круге диспетчером работал. Ну, что можно сказать? Какой?
Ну, во-первых, он очень переживает всегда за своих, и всегда, и даже до сих пор он все, при встрече он всегда, а как у нас дела, а как, вот уже, что человек всем, всей душой, сердцем был, вот, действительно, электрик. Тайгинский очень напряженный энергоучаст, на главном ходу поездов очень много, и если, допустим, по какой-то причине, какой-то брак, отключилось что-то, значит, вся пачка поездов, которых очень много, встает сразу. Энергодиспетчеры, значит, кто работал у нас? Кирьянов работал, Лобецкий Евгений Глебович, Богданов Владимир Борисович, Захаров Борис Александрович, Шапшай Геннадий был старшим. Грузопоток очень поездов был большой. Окна давали, значит, двухчасовые. Мы работали как? Значит, вот даем окна по первому пути. Еще по первому не закончилось, начинаем по второму пути. Работали вдвоем. Значит, сзади стоял всегда или зам начальника отдела или старший энергодиспетчер, потому что иначе было нельзя, очень было много работы в день, значит, за смену 120-150 приказов было. На пути решения социальных вопросов немало трудностей, но в 1991 году заложены фундаменты служебно-бытовой пристройки и 18-квартирного дома. Коллективом дистанции откомандированы добровольцы в новокузнецкий кооператив «Мир», чтобы получить строительные материалы в необходимом количестве. А для того, чтобы заработать кирпич, была направлена бригада в кооператив «Мир» города Новокузнецка, где в долевом участии изготавливали кирпич, который затем был поставлен в тайгу. На кирпичном заводе проработали, себе кирпич делали на дом. Ну вот при Панкратове начали строить вот этот дом, наш городок. В течение года был построен первый дом, 18-квартирный. Мы оснастили стройку башенным краном, 16-тонным краном, автомобильным краном. Была соответствующая техника, самосвалы, значит, свой растворно-бетонный узел. Одним словом, налажено дело по строительству вот этого жилья. И люди еще были не пожилого того возраста, еще силы еще были, и жизнерадостные были, веселые. Никто не отлынивал, зная, что это будет ихняя квартира, это ихний дом. Все шли с желанием. Но бригада и работники к тому времени уже освоили специальность строительную, работали активно, многие работали активно. И наши женщины работали, и, значит, работники контактной сети были, и ремонт резервного участка. В 1993 году заложен фундамент под корпус механических мастерских, деревообрабатывающего цеха и гаража для машин. Работает пилорама. Закончился монтаж и сдана в эксплуатацию станция Анжерская Западная. Ведется капитальный ремонт линий автоблокировки, замена дефектных опор контактной сети. В 1997 году сдан 36-квартирный дом, построенный хозспособом для работников дистанции. Панкратов Юрий Петрович, вот при нем особенно началось строительство. Построил административно-служебное здание дистанции электроснабжения, построил вот этот жилой комплекс на станции «Тайга». Что характерно для этих дистанций? Строили, очень много строили. Строили жилье строили. По тем временам это был хозспособ. Построили вот целый почти жилой массив в «Тайге», на самой станции «Тайга». Построили на станции «Яя». На станции Межениновка, это уже Томская дистанция электроснабжения. Александр Павлович Полянский, он до сих пор работает в энергоучастке. И с такой огромной инженерной мыслью человека я еще, в принципе, не встречала. И вот с 1983 года по настоящее время я работаю в Тагинской дистанции электроснабжения. За этот период времени я был и руководителем дистанции электроснабжения, вот 1988 по 2000 год,
После этого я вернулся работать в ремонтно-ревизионный участок, где продолжаю сейчас работать начальником ремонтно-ревизионного участка. Вот долгое время, больше 10 лет, работал начальником ИЧ Юрий Петрович Панкратов. Ну, это дока своего дела, можно сказать, грамотный, принципиальный, требовательный руководитель. И отличительной чертой период его работы, нужно сказать, что он очень большое внимание уделял социальным вопросам и жилищно-бытовым вопросам. Вот построена у нас дистанция пристройка к зданию ОЧ. Это 18-квартирный жилой дом, 36-квартирный жилой дом. Огромное спасибо человеческое хочу сказать Юрию Петровичу Панкратову, тоже начальник, с которым я работала. Благодаря ему я до сих пор живу в доме, значит, в трехкомнатной квартире. 3 года мы строили хозпособом дом. Значит, в следующем году, 2008, будет 15 лет, как мы в него вселились. Он нас настолько курировал на этой стройке, нам столько помогал. Ему после этого, конечно, дали почетного железнодорожника, после того, что он затеял такую огромную стройку. Благодаря ему еще потом достроили дом. Теперь огромный дом еще стоит один. Мне предложили должность главного инженера здесь, поскольку я в этом коллективе работал уже 19 лет, знали. Значит, я вернулся главным инженером, 1 год работал главным инженером, затем был начальником дистанции электроснабжения до 98 года. Вот те годы вспоминаются. Во-первых, это был очень напряженный труд. Очень напряженный труд. Я вот говорю как бывший работник ремонтно-ревизионного цеха. Но всегда работали с удовольствием. Шли, вот я шел на работу, как на праздник, это я говорю честно. И у всех, в основном-то у работников, был такой практический настрой. С 1997 года высокими темпами идет внедрение вакуумных выключателей. Произведен капитальный ремонт автоблокировки. Внедрена радиосвязь, которая способствовала быстрому устранению повреждений. Осуществлена компьютеризация технического отдела. Внедрены арм главного бухгалтера, арм отдела кадров, арм энергодиспетчера. В 1998 году ведется капитальный ремонт линии автоблокировки на участке Болотная-Тын. Заменено большое количество деревянных опор на железобетонные. В 2000 году капитальный ремонт линии автоблокировки продолжен на перегонах Литвинова, Тутальская, Судженко, Иверка, Берекульская. Произведена замена деревянных опор на железобетонные. В 2001 году получена АДМ-755, еще один автомобиль УАЗ. 2 тяговые подстанции Судженко-Яя объединены в куст. Проводится большая работа по усилению надежности работы устройств электроснабжения. Тяговые подстанции Таскаева, Тутальская, Тальменко, Литвинова, Хопкина, Ижморская, Иверка переведены на кустовой метод обслуживания. В 2006 году продолжена реконструкция контактной сети на участке Литвинова-Тайга. Юрий Петрович Смелов работал очень много лет инженером. Сейчас он правком предприятия. Работалось очень легко, просто. Сергей Александрович Ковалевский, это уже из нового поколения начальник, он пришел к нам по направлению с Кемеровского энергоучастка, с Кемеровского отдела электроснабжения. Но вот эта напористость в то же время умение прислушиваться. Он пришел, вызвал специалистов и сказал: «Учите меня, как работать, помогайте мне». Это нужно, не каждый человек может сказать. Он доверял очень специалистам. С его приходом у нас началась компьютеризация дистанции. Включены вот арм бухгалтерии, арм энергодиспетчера, арм охраны труда. В общем-то, нужно отдать должное, что в период его работы вот все мы научились работать на компьютерах. Я в январе 99 года переехал сюда, в Тайгу. Ну и потом в августе, если мне память не изменяет, где-то в начале августа, 4 или 3, назначили начальником Тагинской дистанции электроснабжения, где я проработал 2002 года. Я ушла в то время, когда работал Андрей Владимирович Горбунов. Он сейчас уехал уже. Он только начинал работать, молодой специалист, может быть, где-то не хватало знаний, может быть, где-то не хватало напористости, но
всегда оставалось чувство друга, что чувство плечо человека, который тебя сможет защитить в любой ситуации. Отмечая период работы Дмитрия Ильича Рулева, в его период работы начались у нас большие работы по обновлению участков. Там все силы были кинуты именно туда. Это совершенно новый этап работы, которым на протяжении вот многих лет дистанция не занималась. В 2004 году на базе Тайгинской дистанции электроснабжения впервые за последние 20 лет проводился дорожный конкурс мастерства бригад контактной сети Западносибирской железной дороги. Команда района контактной сети «Тайга» в составе Сергея Порошина, Юрия Семенова, Андрея Насаева, Александра Климова заняла первое место, а наградой за победу стал автомобиль ГАЗ-66. Для обеспечения стабильной работы тяговых подстанций ведутся работы по замене старотипного оборудования. Профсоюзная организация дистанции завоевала первое место в смотри-конкурсе на лучшую профсоюзную организацию, посвященному 100-летнему юбилею профсоюза железнодорожников. Председатель правкома Свирская Светлана Дмитриевна награждена почетной грамотой ЦК Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей за многолетний добросовестный труд, личный вклад в повышение активности профсоюзной организации. На основании приказа начальника Западносибирской железной дороги от 18 ноября 2005 года о присоединении Томской дистанции электроснабжения Кузбасского отделения Западносибирской железной дороги, Томская дистанция электроснабжения с 1 января 2006 года присоединена к Тайгинской дистанции электроснабжения. Начальником объединенной дистанции был назначен Шелохович Евгений Николаевич. В год 50-летнего юбилея Тайгинской дистанции электроснабжения отметила новоселье энергодиспетчерская группа, перейдя на третий этаж административного здания. Новый энергодиспетчерский пункт оснащен современным оборудованием. Вот этот юбилейный год наша Тайгинская дистанция электроснабжения, как бы вот энергодиспетчера сейчас переезжают в новое помещение. Готовим к юбилею подарок нашим диспетчерам. Переходим на более современные средства связи. Если раньше были просто щиты, вот они все, щиты, да. А теперь у нас среди просто стоят компьютера. Радует взгляд фасад административного здания дистанции, выполненный светлым сайдингом. Завершен ремонт здания ремонтно-ревизионного участка. Преобразились его внутренние помещения. Заменена кровля. Ремонтные работы произведены и на здании гаража. В Юрге введен в эксплуатацию оборудованный по последнему слову техники дежурный пункт района контактной сети Западносибирской железной дороги. Этот объект появился первый у энергетиков. Мы до этого подобные объекты открывали в других службах. Хорошо, что сегодня культура производства и отдыха приходит и распространяется на другие службы, в частности, в дистанции электроснабжения. Вот эта дежурная комната ИЧК предназначена для дежурства, круглосуточное дежурство. Очень огромный гараж, очень теплый. Мы не только сможем сохранить, мы сейчас уже на глазах, что мы это все приукрашаем, строим новое, восстанавливаем. С 4 декабря 2006 года и по настоящее время начальником дистанции является Кургузов Константин Анатольевич. Обновился и руководящий состав дистанции электроснабжения. Назначены вновь Равков Александр Борисович, заместителем начальника по тяговым подстанциям, Белоусов Евгений Александрович, заместителем начальника по контактной сети, Парчелли Сергей Владимирович, главным инженером дистанции. Руководители у нас все молодые, начальники районов контактной сети молодые, поэтому легко работать. Среди молодых руководителей мне запомнился вот Шелохович Евгений Николаевич, и вот уже теперь с Константином Анатольевичем, нынешний руководитель наш, мы уже работаем второй год. Тоже очень грамотный, требовательный. Всегда пытается разобраться, вот в частности, в экономике предприятия.
И с 4 декабря 2006 по настоящий момент начальник Тагинской дистанции электроснабжения. Молодой, грамотный, требовательный руководитель. Он нам дает много самостоятельности в принятии решений. Это немаловажно. Это доверительное отношение. Значит, если он дал какое-то задание, обязательно все выполнят. Лично я со своей стороны, значит, ему очень благодарна. Наставником был у меня начальник ЧС-7 Кургуза Константин Анатольевич. То есть он меня вводил в курс дела, рассказывал, в чем живет коллектив. С монтера до начальника ремонта ревизионного участка. Это вот 13 лет я в ремонте ревизионного участка отработал. И с марта 2006 года был назначен заместителем начальника дистанции по тягам по станциям. На сегодняшний день развернутая длина контактной сети Тайгинской дистанции электроснабжения составляет 1064 километра. Эксплуатационная длина электрифицированных участков 366 километров, что составляет около 9% от общей эксплуатационной длины дороги. Эксплуатацию устройств электроснабжения осуществляют 20 тяговых подстанций, 8 районов контактной сети, 3 района электроснабжения. Общая переработка электроэнергии на 1 января 2008 года составила 622 миллиона 18 тысяч киловатт-часов, из них 348 миллионов 790 тысяч киловатт-часов на тягу поездов. Списочная численность работников Тайгинской дистанции электроснабжения составила 355 человек. Работаю в энергоучастке с 1993 года. По сей день. Работа все равно, она, если начинаешь что-то делать одно, она как бы объединяет людей. Обслуживаем главный вход, поэтому ответственность огромная. В плане работы очень интересная работа, очень сложная, серьезная, но в то же время очень интересная. Практически вся молодежь, которая приходит, вы знаете, ну, можно сказать, что достойная смена. В целом, хочу сказать, коллектив здесь очень хороший. Сравнительно молодой, здесь очень много молодых специалистов работает. После нас кому-то достанется новые участки, им только поддерживать уже легче намного будет. Сейчас нам тяжело, потом им полегче будет. Сложно в одном фильме рассказать обо всех делах дистанции. Ведь за этими делами стоят люди, главное богатство данного предприятия. Буквально каждый из них заслуживает доброго слова. Все люди, которые работали на протяжении этих 50 лет, настолько вот энергичные, настолько захватывает их эта работа творческая, значит, которая вот дала плоды того, что такой материал огромный собранный. Значит, Нина Даниловна Словесного, которая работала долгое-долгое время кадровиком дистанции, начинала еще эту работу, передала свой опыт Горелкиной Нине Владимировне, она долгое время работала кадровиком. Меня научила всему Словесного Нина Даниловна. Человек с огромной памятью, с огромной любовью к людям. Я была в штате по счету 4-й здесь. Первый был начальник первого предприятия, первый руководитель Реймер Давид Михайлович. Главный бухгалтер Ланченко Галина Константиновна. Третий был кадровик первый Назаров Федор Иннокентьевич. Я была 4-й, как делопроизводитель. И вот особая аура всегда чувствовалась. Ее до сих пор, по-моему, вот это сохранилось в этом кабинете. Она очень хорошо помнила фамилии всевозможные, такие интересные. Запоминала иностранные фамилии, то есть разные, вот немецкие, татарские, которые какой-то национальный колорит ведут. И все это у нее складывалось в рифму. Вот. Потом еще мне очень нравилось, что она запоминала членов семей. То есть по имени и отчеству, детей, всех знала. Они выросли у нее на глазах. Но однажды я просто из интереса взяла и сделала вот такую статистику. 33 национальности. Был даже один цыган у нас, Похопкина. Вот. Интересовалась такими смешными фамилиями, такие сочетания там. Фомкин, Ромкин, Харитонкин. Если приезжала на линию, едет Словесного на линию, да? Значит, это уже было уже радость. И сразу при приеме определяли, там выявляли таланты, кто каким спортом, видом спорта занимается. Вот. И у нас сразу тут и самодеятельность работала, и спортивная жизнь закипела. В общем,
пришла я сюда и сразу прикипела душой. В то время Кемеровская железная дорога была, очень много работы велось по наградному материалу. У нее был взгляд в будущее. То есть вот эта медаль или еще какой-то наградной материал принесет обеспечение старости человеку. То есть это будет ветеран труда. Это будет какая-то льгота. И вот до сих пор эти люди сейчас благодарят. Когда кадровик у нас первый ушел, значит, Назаров вот ушел, он 8 лет проработал в кадрах. Второй проработал, Ярулин, 6 лет. И после этого, уже с 76 года до этого времени, до ухода, работала я в кадрах. Когда мы сами мало-мало на ноги встали, наше предприятие, еще сами только образовались, и мы уже были кузницей кадров для Томского энергоучастка, для Кемеровского. Принимала экзамены постоянно, еженедельно, по многу. Ну, всех. Все прошли через мои руки. И многие были, конечно, недовольны тем, что слишком строго спрашиваю. Даже, ой-ой-ой, ну как вы возьмите выходной? Некоторые, вы возьмите выходной на этот день, на день сдачи экзаменов. А я, если сердились на меня, я говорила, милые мои, я хочу, чтобы вы были живы все и здоровы. Кадры и профсоюзный комитет, они одно дело делают. Они работают с людьми. И это Николай Павлович Балух, это Надежда Трусова, это Светлана Дмитриевна Свирская. Вот отдельно хотела сказать, что человек, который горит душой и болеет за предприятие. И в должности заместитель начальника по кадрам. Я работаю с 1 января 2006 года. Коллектив наш очень хороший, замечательный. Люди настолько идут легко на контакт. Мне легко работается с любым начальником цеха. То есть запросто можно попросить о чем-то, дать задание или там, я не знаю, просьбу какую-то. Никто, отказа ни у кого нет, да. То есть люди понимают, откликаются. В этом плане работать легко. Что, ой, энергетики. Это у нас самый хороший коллектив. Не только мы считаем, а даже на узле вот все считали. На железной дороге, как нигде, работают подолгу и целыми семьями. Отдают этой работе всю свою жизнь. Так рождаются трудовые династии. Их немало и в Тайгинской дистанции электроснабжения. Авторитетные люди – это ЧК Межениновка, Сметанников Федор Андреевич. Человек, ну, понимал контактную сеть с полуслова, с полувзгляда. Потом дочь тоже ИЧК работала, Вера Федоровна Степанова вместе с мужем. Вся семья, можно сказать, железнодорожники. И сестра работала на железной дороге, и дети, как сказать, ну, Сметанникова, моего отца, дети работали, и внуки, и правнуки сейчас продолжают работать и учиться. Значит, стаж работы всех родственников Степановых насчитывал под 300 лет. Был начальник ремонта ревизионного участка Сиволов Геннадий Васильевич. Значит, он работал, его жена работала. Значит, работал его брат, его жена работала. Еще один брат работал, и его жена работала. Значит, и сейчас, ну, некоторые из них работают. Отец его, значит, почетный железнодорожник, движенец. У меня здесь приехала потом сестра, она вот на пенсию отсюда ушла. Брат работал, который меня сюда пригласил. Ну, и люди такие были известные здесь, награды имели. Брат мой, значит, Геннадий Васильевич, он был награжден орденом третьей степени трудовой славы. А сестра работала тоже в этом цеху, имеет медаль за трудовую доблесть, она сейчас на пенсии. Две снохи тут работают, и брат мой работает. Это умнейшие люди, которые работали, ну, на опережение в своем хозяйстве. И я бы сказал, они в этих вопросах были и паровозами в хозяйстве электрификации, особенно в эксплуатации тяговых подстанций, устройств телеуправления. У меня, например,
племянник Рулев Дмитрий, он, в общем-то, пошел по моим стопам, как бы повторяет мою судьбу и историю хозяйства электрификации. Значит, работал, значит, монтером контактной сети, зам, начальником района контактной сети, зам по контактной сети, начальником Тайгинской дистанции электроснабжения, потом начальником отдела электрификации работал. Отец проработал здесь уже более 20 лет, наверное, уже лет даже около 30 на этом предприятии. Практически с момента организации дистанции, значит, проходит и фамилия Панкратовых. Мои родственники, ну, в частности, брат младший, затем сын, сестра, работали в этой. Ну, а кто-то и сейчас работает в дистанции. Мой брат долгое время отработал здесь. Значит, хороший рационализатор, значит, активный человек, дисциплинированный, как специалист грамотный. Конечно, гордость. Многое сделал он здесь для дистанции. Моим первым руководителем был Николай Федорович Редькин, начальником тяговой подстанции. Хочу сказать, что это очень опытный, грамотный специалист. И вот Редькин Николай Федорович, и Сергей, и сын его, и второй сын, работали они, начиная с ремонта резервного участка, дальше кто на тяговой подстанции работает. Вот Сергей, он продолжает сейчас работать на тяговой подстанции. Данилишин у нас давно работает, Шестаков давно, Денисенко Юрий Михайлович, Айкин Сергей Григорьевич. Вот они все, ну не знаю, лет по 25, наверное, отработали. Они очень отзывчивые, они по любому вопросу, обратись к ним, они помогут. И при каких неисправностях, все это они помощь окажут, не отказывают никогда и днем, и ночью. И меня направили в ремонтно-ревизионный цех. У нас был начальник ремонтно-ревизионного цеха Иван Иванович Бухаров. Начальник участка был тогда, когда я приехал, в 71 году был, Дикало Эдуард Александрович. С 69 года работаю вот в энергоучастке электромехаником, старшим электромехаником, начальником цеха, старшим инженером. И 15 лет до пенсии работал главным инженером. Жизнь тоже была связана с энергоучастком. С детства субботники, парады всякие, да, там, на 1 мая, 7 ноября ребенком бегал, помню всегда. Жизнь изнутри семи железнодорожников с рождения. Все это я знаю. И вот папины дежурства, мама экономистом работала в вагонном депо. Все фамилии, с которыми работали родители, мы с детства их на слуху знаем. Они, ну, я когда сюда пришла работать в 99 году, они все были мне люди знакомые, я не пришла к чужим людям. И они меня знали, потому что они меня с детства знают. Династия, надеюсь, не перервется. За прошедшие 50 лет, за высокие производственные показатели, коллектив Тайгинской дистанции электроснабжения неоднократно награждался переходящим красным знаменем МПС и ЦК профсоюза работников железнодорожного транспорта. В соревновании коллективов и организаций железнодорожного транспорта правление ОАО РЖД и ЦК профсоюза присвоило второе место коллективу Тайгинской дистанции электроснабжения за достигнутые высокие показатели за первый квартал 2007 года. Работа для смелых, для отважных людей. Три фактора опасности. Во-первых, это железная дорога, это поезда. Во-вторых, это напряжение. То есть, в-третьих, это высота. Легкой жизни, я думаю, у коллектива Тайгинской дистанции электроснабжения не будет. Да и у энергетиков ее никогда не было, потому что кто вот занимался на восстановительных работах, ну, когда они случаются такие, бегают только монтеры контактной сети. Все ходят пешком. Контактники носятся. Работа связана у нас в основном с бесперебойным питанием. Системы сигнализации, то есть светофоры. То есть у нас существуют две линии, основная и резервная. Основная – это ВЛСЦБ, резервная линия – это продольное электроснабжение. То есть обслуживание, то есть капитальный ремонт, замена, техническое обслуживание. Физические работы тяжелые, поэтому физическую форму надо поддерживать.
И представляете, мы так их хорошо встретили, что на следующий год заявка опять попала к нам. Говорит, мы только поедем в тайгу. И 2000-й, 2001 год были у нас спартакиады зимние. Хотя никогда такого по дороге не было. Обычно менялись энергоучастки. Вот настолько понравилось, как мы их встретили. Традиция уже между дистанциями электроснабжения узла проводить соревнования. И зимние, и летние соревнования. И наша команда одна из лучших, всегда призовые места занимает. Мы на базе своего предприятия провели очень много таких массовых мероприятий в масштабе даже, будем говорить, дороги. У нас есть опыт проведения дорожной спартакиады. Только в мою бытность, наверное, 3 или 4 спартакиады дорожных провели на базе нашей дистанции. Мы провели дорожный конкурс мастерства среди энергетиков в 2006 году. В прошлом году буквально, вот в 2007, мы провели зимнюю юбилейную спартакиаду среди энергетиков на базе нашего предприятия. На этой неделе у нас предстоит традиционная летняя спартакиада энергетиков. И надежды на наши дистанции возлагаются опять, что приедут с призовыми местами. Надежда есть, люди с желанием едут туда. В том году проиграла он девушке Новокузнечанке, сейчас ехала выигрывать. Сухарев, Лондаренко, Равков, Митюшов, Литвишко, Неуструева. Всегда, везде. Готовимся к волейболу. В кроссе выступили нормально. В принципе, все было как спланировано, так и выступили. Самые первые всегда молодцы, гордо вообще всегда за них, всегда везде первые. Ну, во-первых, есть спортивная закалка, в общем-то, здесь дух соревнования, здесь уже много знакомых, друзей, ну и поддержать команду. Ну, также у нас внутри энергоучастка проводятся различные спартакиады, то вот летом Дню железнодорожника у нас будет внутри энергоучастка проходить спартакиады. Вот спорт вообще на высоком у нас уровне. Спорт закаливает характер и не дает сломиться в сложной ситуации. Инициатива, творческий подход к делу высоко ценится в коллективе тайгинской дистанции. Так работниками разработаны и внедрены в производство сотни рационализаторских предложений и десятки изобретений с экономическим эффектом на сотни тысяч рублей. Ремонтно-ревизионный участок – мозговой центр тайгинской дистанции электроснабжения, в котором работают высококлассные специалисты. Они производят настройку, ремонт наиболее сложного оборудования тяговых подстанций. На сегодняшний день здесь трудится 31 человек, 8 из которых имеют высшее образование. У нас в РРУ там в основном специалисты. Полный эксклюзив, таких же нет. Полянский – великолепный специалист. Таких мало вообще. Великолепный зам, вот так он, по крайней мере, себя показал. Это Равков Александр Борисович. Тоже был электромеханик у нас. Как база у нас уходят наши мальчики без усы, потом они у нас набираются опыта и идут везде по служебной лестнице, и всем они всех устраивают, потому что умницы. Открытие отделения техникума электроснабжения железнодорожного транспорта было связано с электрификацией участков главного хода. В то время были необходимы специалисты по монтажу, наладке и эксплуатации устройств электроснабжения. В 1943 году в тайгу был эвакуирован Харьковский электромеханический техникум, и вот именно с этого года начинается история нашего учебного заведения. И специальность электроснабжения, она открыта была впервые в нашем учебном заведении в 1957 году. В тот год и в те годы началась электрификация участка железной дороги Новосибирск-Красноярск. И очень остро встала необходимость в специалистах-энергетиков, которые должны работать по обслуживанию, монтажу и наладке электрооборудования. Приглашали работников магистралей нашей дороги, с управления дорогой, с отделений дорог приглашали, с институтов. Это было в далеких тех 50-х годах. Затем в 60-х уже и 70-х уже целенаправленно были к нам, с институтов направлены специалисты, такие как вот Гераскины Татьяна Николаевна, и чистые, ну, преподаватель, специалист энергоснабжения, Куряк, ветеран наш,
Николай Порфирьевич, вот я вот так на белый фон, наверное, фотография его Курика, ветеран. Панкратов Юрий Петрович, которая большая заслуга. Вы, наверное, были в кабинете, где он сделал кабинет, макет? Да, контактной сети. В 1964 году набор студентов на эту специальность был прекращен и возобновлен в новом здании в 1983 году. В стенах нашего учебного заведения работают три специализированных кабинета. Это кабинет контактной сети и автоматизированных систем управления устройствами электроснабжения, кабинет электрических подстанций и кабинет техники высоких напряжений и электроснабжения железных дорог. Кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием, всеми необходимыми наглядными пособиями, и видео, и проекционным материалом. Кроме этого, у нас в техникуме есть, и мы этим очень гордимся, имеются два учебно-тренировочных полигона, так называемый малый и большой полигон. Контактные сети на этих полигонах проходят занятия, которые позволяют нам готовить специалистов, ну, как бы в реальных условиях, максимально приближенных к производственным. Наш полигон самый большой, самый мощный полигон, на котором можно отработать практически все работы, применяемые или выполняемые на производстве. Ведь мы маленький город Тайга, и большие города учатся на нашем примере. Наши педагоги — это работники дистанции электроснабжения, и в том числе и наши выпускники. Преподаватель Сухотин Евгений Вячеславович, он пришел к нам работать с Тайгинской дистанции электроснабжения, вот в этом году пополнил ряды преподавателей. Преподаватель по предмету электрические подстанции, мой классный руководитель Кераськина Татьяна Николаевна, которая непосредственно, так скажем, занималась моим воспитанием. Мне нравится здесь работать, в этом коллективе. Поэтому сейчас занимаюсь своим любимым делом. Сотникова Светлана Михайловна, кстати говоря, так же, как и Светлана Юрьевна Мельникова, они закончили наш техникум, впоследствии закончили университет, получив высшее образование, и работают педагогами в настоящее время здесь. А есть у нас еще малый тренировочный полигон, где мы отрабатываем еще первые самые шаги. Это подъем на высоту, это как правильно взять летер, поставить его на путь, это как правильно подняться, это как правильно работать с ключами, с инструментом. То есть это самые-самые первые шаги тех контактников, которые в дальнейшем уже будут выполнять непосредственно свою работу на предприятии, на производстве. Сейчас в стенах Тайгинского техникума работает филиал Омского государственного университета путей сообщения, и очень многие выпускники техникума продолжают свое образование именно там. У нас успешно функционирует факультет заочного образования, и в стенах нашего учебного заведения существует филиал, давно уже существует филиал Омского государственного университета путей сообщения. Курсы повышения квалификации занимаются просто подготовкой рабочих профессий для дистанции электроснабжения и в целом для хозяйства электроснабжения. В настоящее время в Тайгинской дистанции электроснабжения работают 148 выпускников Тайгинского техникума. Они заполнили всю нишу должностей, от электромонтеров до заместителя дистанции электроснабжения. Заместителем начальника дистанции электроснабжения работает Белоусов Евгений Александрович. Специалист по управлению персоналом — Белоногова Людмила Анатольевна, тоже наш выпускник. Заместитель начальника дистанции по тяговым подстанциям — Равков Александр Борисович, наш выпускник. Вот я сейчас назвала несколько фамилий, но мне бы хотелось перечислить все 148, потому что каждый выпускник нам дорог, каждого выпускника мы помним и любим. Весь коллектив Тайгинского института железнодорожного транспорта благодарен работникам дистанции электроснабжения за сотрудничество и помощь в подготовке специалистов. В учебе, значит, это все. Это и перспектива роста, это и перспектива заработной платы, это надежность работы оборудования, да это все в общем. Обновление устройств электроснабжения – необходимое требование сегодняшнего дня. Старение устройств контактной сети опережает объемы обновления контактной сети. Это обусловлено тем, что во время электрификации железных дорог объемы в 10 раз превышали те темпы обновления, которые существуют на сегодняшний день. Так, электрификация участка Болотная Тайга-Мариинск была выполнена в период с 1957 по 1959 год, а существующие объемы обновления позволят обновить контактную подвеску на главном ходу только через 19 лет. Данный участок на сегодняшний день уже имеет 50-летний срок эксплуатации.
С точки зрения контактной сети, принципиального, ну так скажем, функционально, что ли сказать, своего значения она не претерпела, но качественные изменения там появились, то есть это и применение, так скажем, современных деталей, современных узлов, ну, опор, наверное, иного качества, то есть при модернизации контактной сети внедряется проект уже КС-160, который позволяет двигаться поездам со скоростью 160 км в час. Цель модернизации и обновления контактной сети – приведение устройств к мировым стандартам под скоростное движение. Так, на участке Тайга-Литвинова уже смонтировано, а на перегоне Литвинова-Тутальская ведется монтаж контактной сети КС-160 с полной заменой опор, проводов и конструкций. На 2009 год планируется обновление устройств электроснабжения перегона Тайга-Анжерская. Сейчас начинается обновление «Вторая жизнь», как второе дыхание, то есть пришло. Вроде уже та контактная сеть, и те люди уже как бы свое отработали, что смогли, показали и достигли. А сейчас вот все, нам начинать, молодежь уже будет продолжать эту модернизацию, все. Линия стоит с 58 года, то есть опоры деревянные, провода еще железные. 58-й шли как бы семимильными шагами электрификации, и вот сейчас на подходе вот к теперешнему времени у нас получается, что контактная сеть уже вся перешагнула за 50-летний рубеж. Кто подходит, кто уже перешагнул, и контактная сеть свой ресурс выработала. Дойдем мы до блокпоста 3518 километр, а потом у нас дойдем, как запланировано, на следующий год до Тутальской с новой контактной подвеской. Но остается, конечно, еще станция Тутальская, как я знаю, что и перегон, это вот мой перегон, Юрга Тутальская, скажем так, ну, что остается со старой подвеской. Ну, будем прикладывать все силы для того, чтобы она проработала еще долгие и долгие годы. По обновлению контактной сети с 2002 года начат участок от Тайги на западное направление в сторону Юрги. Сделаны участки за эти годы Тайга-Яшкина. Чем интересна, значит, вот эта работа по обновлению, по модернизации? То есть это как бы не строя нового, но одновременно при работе идет, работает старая подвеска. В этот же момент идет монтаж новый в режиме окон со снятием напряжения, значит. То есть, как бы не держа поезда, выполняется работа по обновлению контактной сети. Это сейчас на данный момент у нас происходит капитальный ремонт. Строится новая контактная подвеска, обменяется на новую. На участке Литвинова-Тутальская. То с начала электрификации уже тот нормативный срок и поддерживающим устройством, он как бы вышел. И на пороге стоит, очень актуально стоит вопрос, ну, поддержания работоспособности, вот, в частности, контактной сети, которая, ну, как все мы знаем, резерва не имеет. Вот в эти годы все ближайшие планируются не прекращать модернизацию, потому что, ну, устройство все уже, опорное хозяйство все выработало, оно себя уже. Сегодняшние объемы перевозок, ну, просто были бы, даже не рассматривались на других видах тяги. То, что мы сделали, и то, что на сегодняшний день 93% объема перевозок осуществляется на электротяге, говорит само за себя. Перспективный план – закончить реконструкцию, обновление контактности полностью всей тайгинской дистанции электроснабжения. Пусть и нас кому-то достанется новые участки, им только поддерживать уже легче намного будет. Сейчас нам тяжело, потом им полегче будет. В проведение таких масштабных работ большой вклад вносят энергодиспетчеры. Выработка в окна напрямую связана с их работой. За эти годы в Тайгинской дистанции электроснабжения сформировался и добросовестно работает коллектив энергодиспетчеров. У нас сейчас работает много молодых диспетчеров. Это Трапезникова Наталья Александровна, Гусева Любовь Константиновна и много-много других сейчас диспетчеров. Любовь Константиновна, она диспетчер от природы. Работает очень быстро, особенно в аварийных случаях. Вот когда случится что-то, встали поезда, она моментально ориентируется по работе. Любовь Константиновна работает уже более 20 лет. Она и поможет, и подскажет. Очень добросовестная, значит, отзывчивая, значит, добрый. Вот. Вообще она хорошая женщина.
Диспетчера, как бы, они всегда готовы подставить друг другу плечо. Трапезникова Наталья Алексеевна. Это вот она уже работает, недавно их только перевели в Тайгинский энергоучасток, но она уже работает и на главном ходу. Освоила там круг и работает и в дневное, и в ночное время. Я когда начал работать, на Востоке со мной в смену работал Жук Вячеслав Владимирович, который имеет право работать как на западном круге, так и на восточном. То есть он как бы был, вот, можно сказать, мой первый наставник в энергодиспетчерах, который непосредственно мне помогал. То есть какие-то, если были трудности у меня в работе, я всегда обращался к Жуку Вячеславу Владимировичу. Вот Жук, опытный диспетчер, Разуваев, опытный диспетчер, Силин. То есть, ну, надежно, грамотно работает, не теряется в нестандартных обстановках. Но обновление и модернизация коснулись не только устройств контактной сети. Все 19 тяговых подстанций Тайгинской дистанции переведены на кустовой метод обслуживания. 15 из них осуществляют энергоснабжение главного хода Транссиба, 4 – линии Тайга-Томск. Все хозяйство обслуживают 105 человек, в числе которых 61 электромеханик. Продолжается замена быстродействующих выключателей постоянного тока ВАП-28 на выключатели нового типа ВАП-49 и ВАП-70. 50 лет – это основной ход, там работать сложно. Подстанции, подстанцию у них тоже, в общем-то, старые, отработали свой срок. На подстанции чуть поменьше идет инвестиций, то есть идет замена элементами, то есть то, что выходит из строя. Единственное, то, что сделана большая работа, это заменены 6-пульсовые схемы на 12-пульсовые полностью на всех подстанциях. У дистанции большие планы на будущее. И поэтому, встречая 50-летний юбилей, хочется пожелать труженикам справиться с поставленными задачами. Здоровья и уверенности в завтрашнем дне. Медные оделись провода, всей страны железные дороги. С ними в нашей жизни навсегда вечные заботы и тревоги. Кажется, не зря нам полная подвеска. Телепаты, но мечту воплощаем в теле управления. К трудностям привыкли мы давно, и какая бы ни была погода, мы питаем током все равно. Поезда в любое время года, электрик железных дорог. Мы гордимся профессией этой, мы движем железный поток, и лучшей профессии нету. Электрик железных дорог. Мы гордимся профессией этой, мы движем железный поток, и лучшей профессии нету. Большие слова признательности нашим ветеранам, ветеранам, преданным своему делу, которые проработали 20 и более 30 лет есть, те люди, которые отдали свои лучшие годы именно нашей работе, хозяйству электроснабжения. А те года, это 50-е, 60-е, 70-е годы, когда развивалось очень бурно,
Это действительно требовалось много сил и энергии. Всем им только можно сказать большое спасибо, с большим чувством благодарности за то, что они вот вынесли на своих плечах. Причем действительно им приходилось очень трудно. Может быть, даже физически трудно. Больше значительно, чем сейчас. Тагинская дистанция электроснабжения. Поздравляю вас, тебя с 50-летием, с юбилеем. То, что действительно вот 50 лет простояло, держишься. Желаю здоровья, счастья. Ну, я думаю, долголетие нашей дистанции. 50 лет для дистанции – это мало. И мне хочется, чтобы теперь уже моя дистанция продолжала развиваться, чтобы приходил народ, молодежь. Поздравляю вас с 50-летием. И также поздравляю наш энергоучасток, который не раз завоевывал, и также тайгинцы, не раз завоевывали знамя Министерства путеснабжения, отделения. Желаю им крепкого здоровья, успехов в работе и в труде. Только надо вперед, только надо усовершенствовать. Только надо работать во имя будущего. Чтобы в этих условиях они смогли сохранить кадры, смогли сохранить дух такой рационализаторский, новаторский, и решить те вопросы, чтобы тагинский участок, тагинская дистанция электроснабжения была и осталась одним из передовых и ведущих предприятий на Западно-Сибирской дороге. Быть всегда на высоте, занимать побольше первых мест, знамен, ну и всем удачи в жизни и в работе. А тайгинцы держат марку, я считаю, очень хорошо. С 59 года на все эти перипетии и все эти движения поездов, когда они по 130 пар в сутки только пропускали, но сейчас это меньше, они выстояли. Мы очень готовимся к этому празднику, это очень почетно и ответственно. Работать как можно больше и дней, и лет без всяких браков, без травматизма особенно. Пожелать всем удачи, успехов в работе. Пенсионерам пожелать самого крепкого здоровья. Чтоб забыли два здания, поликлинику и больницу. Те, кто молодые, дальнейших успехов в работе. От всей души поздравляю коллектив Тагинской дистанции электроснабжения, который вносит большой, огромный вклад в развитие электрификации железного дорожного транспорта в Кузбасской магистрали. Удачи, терпения в нашем нелегком труде. Для истории это, наверное, миг. А для предприятия это целый большой период, кусок жизни. Поздравить ветеранов в первую очередь, которые все это сделали для нас своими руками. И что до сих пор это все осталось в работе, в действии. Ветеранам, то есть это, можно сказать, варяги наши. То есть люди начинали, а начинать всегда как-то сложно, потому что, то есть, постигали все руками своими на собственных ошибках. То есть это очень заслуженные люди. Мы гордимся, что мы их преемники. Поздравляю от своего имени и от имени всего, так скажем, педагогического состава. Поздравляю коллектив дистанции с юбилеем. Желаю всем здоровья, счастья, успехов в работе. Я пожелаю всем здоровья, без аварийной работы, побольше солнечных, радостных дней. Поздравить всех ветеранов, электромонтеров контактной сети, электромонтеров подстанции. Удачи, главное удачи. Остальное все приложится. Прежде всего, я пожелал бы им здоровья, благополучия материального, хороших друзей, крепких семей и большого человеческого счастья. Чтобы сохраняли то, что оставили нам наши ветераны, предки, то, чтобы роль энергетика, электрификаторы все-таки этим гордились, что мы именно отдали себя этой нелегкой специальности.